Ну, привет, ребятишки, с вами снова Алекс на канале Sun4, и я продолжаю мой стрим, который длился почти 6 часов. Вы уже наверняка знаете, если зашел играть в одну карту, и чтобы ее пройти до конца, или проиграть, или выиграть, может уйти в порядке где-то вот приблизительно. В среднем 10 часов, смотря на какой сложности и тому подобное. Там разные еще есть фишки, которые влияют на прохождение. Ну, в принципе, это где-то вот до 100, от 110, от 100 до 110 ходов, где-то вот так вот берет. Каждый ход, в зависимости, конечно, от сколько боев в одном ходу, сколько замков у вас. Ну, короче, не буду рассказывать, и так все понятно, да? Ну, в общем-то, что у меня здесь есть? У меня здесь есть два своих замка, которые я построил. Меня поджимают люди и гномы, дварфы, точнее. И сейчас я в войне. У меня война с людьми. Я попытаюсь захватить их замок, чтобы было у меня три замка. А это главный замок, так что если его захватить, то этот игрок выбывает с общей игры, с общей карты. Так что такие вот дела. Кстати, хочу добавить несколько слов. Вот есть очень прикольная магия, которая используется на мой замок, которая дает 2 к сопротивляемости и 20 к боевому духу. И есть выбранный народ, это улучшить мой народ, это навсегда. 3 сопротивления эффектам и магии духа. Прикольная вещь. На постоянке. Хорошая. Особенно 20 к боевому духу. Это вообще очень-очень круто. Будут мощно бить. Так что прикольная вещь. Кстати, вот еще и дворец барона. Можно строить в замках. Ну и потом открою рыцаря. Так, немножко. Немножечко о магических исследованиях. Есть еще одна прикольная магия у порядка, называется Завет Веры. Он дает вассальным вашим городам, делает верных всех воинов, которые будут приобретаться через него для вас. И дает плюс... Он дает вам плюс 5 к авторитету. Так что очень хорошая штука. Можно так набросать на всех вассалов, если у вас их там 4-5 вообще. Да? 20-25 будет вам давать за один ход вдобавок. Это очень много. Итак, покажу еще один прикольный советик такой. Если рядом стоят дружественные войска, а именно ваших вассалов. Я вот встал с одним лучником, на меня пошли мародеры, стражники-мародеры, и, ну, автобой я не стал, потому что плохая концовка, хотя иногда он неплохо делает все. Ну, в этот раз я решил сам пойти с одним лучником, и, само собой, и выиграли этот бой. И опять немного улучшил моих солдат. Рвение легиона дает способность, которая дополнительно бьет магией порядка. В общем, совет такой. Все, что есть для улучшения солдат, магическое, всегда-всегда улучшайте. Это всегда дает хороший бонус вашим солдатам, когда там армиями целыми идете. Это очень хорошая и полезная вещь. Даже минимальные какие-то добавки, они очень хорошо влияют на окончание битвы. Итак, наконец-таки серьезная битва. Как видите, у него солдат чуть больше, и они довольно-таки уровнем посерьезней. Единственное, что у меня 2 героя, у него 1 герой. Но он находится в замке, и, само собой, ему легче меня атаковывать.
с внутреннего замка. Ну, я оставил это на автобитве, не стал заморачиваться, в принципе. И так у меня там все равно большая часть воинов второго или первого уровня. Так что не слишком большая уж и потеря. Как раз мне нужны денежки, сейчас они все умерли, денежки будут капать. И как я говорил, он побежден окончательно. Я захватил сам главный его замок, тем самым взяв под контроль людей. И сейчас буду сам развивать этот замок. И вот при победе мне дают разные бонусики, которые я могу потребовать взять. В общем, я присоединяю этот город к себе. И у меня уже будет 3 максимум города. Могу потом с помощью развития ветки, с помощью репутации открыть, чтобы было 4, максимум 4 города. Кстати, когда делаете новую игру, есть там такая возможность, которая дает изначально плюс еще один замок. Получается, что с самого начала вы можете 4. Это без развития еще ветки. А если еще и добавить в развитие еще один замок, это получается, будет у вас максимум 5 замков. Сколько я знаю, это максимальное число в игре, иметь 5 замков без каких-либо штрафов и потерей. Так что вот так на заметку. Итак, какая у меня сейчас тактика? У меня сейчас 3 замка. На текущий момент это максимальное число, которое я могу иметь. Я начинаю зачищать мои земли от мобиков, которые держат в заложниках мои ресурсы и не дают мне разные бонусики. В общем, очищаю их и максимально стараюсь не раздражать дворфов, потому что мне сейчас совершенно не нужна никакая война новая. А дворфы, они какие-то агрессивные, у них там армия бешеная, целая куча войск у него. Это совсем мне сейчас не нужно, это затормозит мое развитие, строение замков, ударит по финансам. В общем, сейчас это совсем ненужная вещь. Поэтому будем пока зачищать и стараться ни с кем не конфликтовать. Итак, продолжаю зачистку моих владений. И обратите внимание наверх, где все игроки. Видите ухудшение отношений? Вон треугольник красненький, это ухудшение отношений со всеми причем. Сейчас расскажу, почему так произошло. Как-то получилось, что их решение, остальных игроков, как-то выходит, они все злые стали. В общем, идут по темной стороне. Видимо, их решение приводит к такому. А у меня получилось наоборот. И как так получилось, я стал прощать этому дворфу, которому рядом со мной, я стал прощать ему все его проступки, которые есть. И тем самым пошел по пути добра. Вон, видите, у меня слева в углу солнце такое, темноты почти нет, а у него вообще наоборот. И они практически все такие. По-моему, там даже нейтральных нету, насколько я помню. В общем-то, такие вот дела. Ухудшилось отношение всех ко мне. Это вообще чистое зло. Видите, у него красный, вообще чистое зло. Так что вот так. Не знаю, ополчатся они против меня, не ополчатся. Ну, пока вот вражда у меня со всеми. Да. Так как у меня 3 замка, есть уже 3 героя. Такая вот у меня уже неплохая армия есть.
иду отвоевывать земли, убирать этих мародеров нафиг с этой земли, пока еще не моей, но скоро уже будет. И вот так вот валю их хорошенько, повышаю уровни моих солдат. Они, в принципе, там уже, вон, видите, есть чемпионы по уровню. А две легенды у меня уже есть. Так что потихоньку продвигаюсь. Итак, пришло время завалить этих мародеров нафиг. У меня вот такая вот армия, у них вот такая. И автобитва. Тут даже компьютеру взяло чуть-чуть времени обдумать все решения, которые там были. И ни одного мертвого. Они все поздыхали. И вот такие вот вещички мне надавали. Что довольно-таки очень-очень неплохо. Мне нравится, приятненько. Будем одевать моих героев. Кстати, все мои герои, окончательно все, я всегда выбираю первый навык героя. Это вызов или элементаля. Элементаля, как там правильно сказать-то? Или вызов зверя. Это очень-очень хорошая вещь. Добавляет третьего уровня или элементаля, или зверя на карте, на карте битвы. Что дает приоритет, если кто-то будет первый идти, так это будут они. Если их завалят, ничего страшного. Ну, мне всегда это очень-очень помогало и спасало. Поэтому совет делать в первую очередь всегда вот вызов. Чуть-чуть добавлю. Если у вас в склепе есть воин, у которого хорошие вещи, вы можете продать его тело. Когда вы продаете его тело, все, что на нем одето, переходит к вам. Если вы не продаете тело, и все эти тела добавляют бонус к мане. Плюс добыча маны за каждый ход. И то хорошо, и это хорошо. Правда, если есть очень крутые вещи, лучше продать тело и одеть на себя всякие штучки-дрючки. Такой маленький советик. Хочу показать прикольное магическое исследование, которое я сделал. Возвышение армии. Что оно дает? Оно повышает уровень всех солдат. Всех имеется в виду. Вот, например, у меня стоит герой. И у него 5 солдат. Я его активирую. Видите, все воины выбранной армии, кроме героя, повышают один уровень. Почему я именно хотел показать эту магическую штучку? Так как у меня в развитии порядка есть такая фишка, которая называется рыцарские ордены. Умение империи порядка только, да? Воины легендарного уровня получают усиление в зависимости от типа, к которому принадлежат. Допустим, воин со щитом получает орден несгибаемости. Стоя в защитной позиции, этот воин получает эффект бесстрашный и применяет эффект бесстрашный к союзным. Воин не теряет боевой дух. Вот. Отличная фишка. И самое главное, к соседним тоже, что боевой дух не будет теряться. И там много. Он ударный воин. Сострельщики, воин поддержки. В общем, много-много разных бонусов, которые дают всем воинам, которые у меня будут легендарного уровня. Допустим, стрелку дают орден титанов, убийца великанов. В общем, ну, очень нужная, хорошая вещь. Правда, она не так эффективно, если у вас будет, само собой, мало воинов легендарного уровня. Поэтому, что я сделал? Я выучил магию, которая повышает уровни моих воинов. Вот
скрестив эти две вещи, они просто вот очень-очень круто продвигают вашу армию. Колоссально дают бонусы. И, само собой, я почувствовал себя уверенней. Тем более, что этот гном, дворф этот, прифигел чуть-чуть. Пошел на землю, которая, в принципе, я присягаю на нее. Он посетил это дерево. И я решил уже не медлить и дать отпор этому чучеле. Так что новая война у меня начинается. И сейчас будет много экшена, много битв. Кстати, будут немного помогать мои вассалы. И я думаю, нужно послать много армий на нижнего вассала, потому что что-то он там сейчас будет обоссало. Короче, войнуха пошла. Как я говорил, сейчас он прессует моего нижнего вассала, а он довольно-таки приносит мне немало продовольствия и денег, и чего тут не приносит, поэтому он, в принципе, самый большой вассал у меня, 15 населения у него, поэтому я 100% буду посылать ему побольше армии, так что будем пробовать защищаться. Итак, приперлась его серьезненькая такая армия на меня, но он не на того напал, не на того ты напал. К сожалению, не успел, блин, еще раз активировать вознесение воинов, чтобы побольше легендарки у меня было. Ну, как видите, вот его армия почти вся убита, которая здесь была. Осталась такая мелочь. Ну, там довольно-таки хорошие ребята еще остались. Он меня потрепал немного, но все равно мы сейчас его закончим. Сейчас завалим те крошки, что остались. Автобитвой. Автой. А, вот и все. В принципе, вот так вот. Мы его завалили. Смотрите, сколько у него еще, блин, армии. Кстати, вот видите, я прислал свою армию ему в допомощь. Они, кстати, все, получается, если я присылаю, они все элитные. О, ко мне еще приперлись. Ух ты. Ничего себе, смотрите, как я выдержал. Тактика устрашения, получено достижение. Офигеть. А? А? Видали, блин, что значит элитные? Элитная армия. Вот вам, пожалуйста. Короче, я непобедимый стал вообще. Ну, прикольно, прикольно. Скажите, вот круто. Так вот, применить такую тактику. Ладненько, пойдем дальше. Покажу более интересные моменты. Начал штурм замка. Хочу забрать его. Сделать своим. И тогда у меня будет 4 замка, при том, что я уже открыл по ветке развития плюс еще один замок. Так что могу забрать нафиг его. Сделаем свои владения еще больше, обширней, сильнее. Итак, захватываю я этот замок. Тут ребят посерьезней пришли уже, которые тут стояли до этого, успели припереться. Ну, они убивают у меня одного элитного. Ну, фиг с ним. Тем более уровня второго. Ничего страшного. Зато теперь это будет мой новый замок. 14 уровня, правда, не так уж сильно развит. Но ничего. Мы сейчас его быстренько улучшим. Сделаем нашим. Представляете, он за один ход накупил еще целую армию, блин.
теперь мне нужно, ну, нужно от них избавиться, в принципе. Нельзя, чтобы они тут разгуливали. Ну, давайте на авторежим. Автобой, то есть. А там посмотрим. В принципе, я намного сильнее. Так что... посмотрим. Даже компьютер задумался. Блин, двух элитных у меня завалили. Таких серьезненьких элитных. Да нафиг, пофиг. Я еще их наклапаю. Наклацаю. Отлично. Че, поехали дальше к интересным событиям. Сделал еще одного героя. Сбросил ему все настройки, которые у него были. В обязательном порядке сделал вызов элементаля, как я говорил, или животного. Тут у него элементаль. Так что четвертый герой у меня есть. В принципе, можно и пятого делать, но за него уже будут ежедневно уходить большие копеечки. Потому что это больше, чем... когда вы делаете больше героев, чем у вас замков, вы за него платите хорошую денежку. Так что 4 героя. У меня сейчас будет 4 армии. Захватываю какой-то форпостик тут, который он... Блин, 4 хода. Что так много-то? Ладно, 4, так 4. Захватываю тут форпост. Нахера он его тут ставил, я так и не понимаю. Какой смысл в этом был? Чтобы взять ресурс, возможно. Ну ладно, фиг с ним. Кстати, устоял мой вассал с теми войсками, которые я к нему прислал. С ним все окей. Захватываю сверху вот тоже. Через 2 хода я захвачу у него этот замок. Зачем он его там делал? Чисто для того, чтобы там появлялась армия, возможно. Ну да, в принципе, если он может сразу там нанять кучу войск, это неплохо. Ну вот, чистое зло пошло на меня тоже войной. Как видите, Акрион бесконечный. Ну вот, как я и говорил, первые мародеры появились. 2 армии, насколько я вижу, они по 6 максимально. А третья армия 3 их. Ну, уровнями они, конечно, такие, но все равно мне придется их с ними попотеть чуть-чуть. Вот, блин, 3 завалили, гады. 3. Ну, ладно, фиг с ними, 3. Я их сейчас с 4 замками, я их делаю как не знаю. Быстро-быстро, короче, их делаю. Так как я свои книги уже все выучил, я решил выучить что-то из книги природы. Книга Рая есть такая, у нее прикольные фишки есть, особенно вот это вот. Дар природы, все дружественные воины получают в провинции 15 к максимальному здоровью. И потом еще восстанавливают по 15 2 ходика, что очень хорошая вещь. А самая хорошая здесь вещь, это вот это вот. Избранник Геи. Не очень хорошо слышится, но это на постоянке. Дает 20 к жизни всем моим... вообще всем. И сопротивление 3. Крутая, очень крутая вещь. Поэтому я ее буду изучать. Правда, это заменит она мне. У меня уже есть, в принципе, максимальное улучшение моего народа. А именно, они все стали ангелами, у них всех крылья, вон, видите? Стали такими крутыми. Там тоже неплохие бонусы, но в принципе для армии это предпочтительнее. Там где 20 здоровья на постоянке, это будет намного-намного круче, я считаю. Поэтому я все-таки буду идти по этому пути. Этот дварф все не прекращает попытки, не прекращает шлепать воинов.
чтобы забрать у меня обратно свои замки. Но все тщетно будет, потому что, ну, уже все, парнишка. Ты уже прошлепал. Обратно уже не вернешь. Но он будет пытаться. Сейчас у меня очень тяжелая стадия. Это при том, что мне нужно охранять и мои здания для победы. И с этими еще, блин. Сейчас еще припрутся остальные игроки. Будет вообще веселуха такая. Так что сейчас я буду шлепать воинов. Блин. За один ход мне примерно нужно где-то 5-6 воинов. Как минимум. Шлепать за один ход. Иду захватывать еще одну его такую провинцию маленькую, скажем так. Что он понашлепал, как этих, нахрена столько их было делать, все ради того, чтобы расширить свои границы и не дать другим. В общем, этот я захвачу и сделаю его вассалом. Он не нужен мне будет. Уничтожать мне не хочется его. Сделаем вассалом здесь. А дела идут не очень-то хорошо с моими вассалами. Этот крайний вассал, что у меня близок к фиолетовому этому заразе. Смотри, сколько у него армии. Я пришлю ему сейчас побольше войск. Не уверен, что они помогут, потому что там нереальное количество у него войск. Думаю, этот вассал будет захвачен. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, наконец-таки, сейчас я уничтожу этот замок нашего дварфа. Этот замок мне вообще не нужен. Он будет уничтожен. Да ё! Сдолбал, блин. Серьезно? Запарил. Шлепает, блин, их как... Представляете, сколько золота он тратит на... Ой, ладно. Все, крышка твоему замку. Конец. Так, уничтожаем еще мародеров. Их тут не так уж и много. Нормально, без потерь. Жизни, правда, чуть-чуть поснимали, но ничего страшного. Мой главный герой поднялся до 16 уровня. Он уже может и элементаля вызвать, и зверя. Кстати, я ни разу еще не доходил с героем до 20 уровня. Не было у меня такого. Я уверен, что есть такая ачивка, 100%, которую нужно будет разблокировать. Ну, нужно будет на какой-то карте все-таки доиграть до 20 уровня. Мне интересно самому, что там будет на 20-м-то. Так, ну все. Захватываем у Фангира еще один городок. Отлично, без потерь совсем, ну, само собой. И делаем его вассальным городом. К сожалению, захватили у меня вассала неплохого, у которого 16 населения уже было. Ну, по крайней мере, эти вассалы, что в них хорошего, как видите, уже 9-й ход. Мне, в принципе, нужно выжить еще 6 ходиков, и я выигрываю эту игру. Пока выдерживаем все эти натиски, которые идут на меня. Ну. И не даем захватывать мои здания для победы мародерам этим стражам. Сейчас вот еще один бой будет. Что-то? Че? Не понял. О. А ну. Ну, все выжили у меня. Отличная бойня. Неплохо. Опыта набрались. Отлично. Итак,
5 ходов мне осталось. Избранник буду активировать. Вы уверены, что хотите трансформировать? Да, я уверен. Я уверен, что это будет лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Конфликтует вот с ангельской трансформацией, видите? Тоже неплохие фишки свои есть. Но не знаю. По мне так то было лучше. Ну, содержание, ну ладно. Это тоже неплохо. Ну, тут свои минусы, как видите, есть. А то сопротивляемость эффектам и 20 здоровья, я думаю, это намного лучше. Так что трансформируем. Бум. Стали мы ближе к природе. Шепчущий камень. Вот еще один вассал, который погибнет через 3 хода. К сожалению. Они просто всех моих вассалов. Видите, у меня их штук 5 или 6 этих вассалов было. Ну, ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Ладненько, пошли к следующим интересным происшествием. Прижимают моих вассалов. Не дворфы, так другие приперлись. Ну, тут уже я не в силах буду помочь. Ничего не поделаешь. Придется жертвовать вассалами. Мне, в принципе, нужно дожить 5 ходов, как я говорил уже. И на этом игра закончится. Мародеры продолжают наступать. Но мы даем им жара. Нельзя проигрывать ни одного дня. Ни одного дня нельзя проиграть, потому что все может плачевно закончиться. Блин, довольно-таки хороших у меня забрали. И один уже, один солдат, второй, по-моему, чемпион уже там. Ну, короче, поиграю я сам. Поиграем. Как всегда, у меня герой обязательно с вызовом. Будем вызывать и, наверное, всех в центр. Всех будем звать в центр. Короче, пропущу я процесс игры. Процесс битвы. Ну, битва была выиграна без единой потери. Что-то не получилось у меня это записать как надо, но ничего страшного. Фиг с ним. Так, на меня наступают. И нам надо отбиваться. Гномы никак не могут успокоиться, блин. Сейчас будет еще одна битва. Нужно будет их всех там завалить. Ни одного не оставить. Ну, начнем. Истребление дворфа. Так, у него тут герой. У меня 2 героя здесь. И неполная армия. Компьютер думает. Просчитывает. Да, жестко. Жестко, ничего не скажу. Но у него проигрыш намного больше, чем у меня. Так что с этим все в порядке вроде. Так, у меня появился новый сбор. И помогу-ка я, наверное, все-таки моему вассалу. Хотя, в принципе, смысла уже нету. Видите, это все мои вассалы. У меня их дофига. При том, что уже парочку забрали. Не, одного забрали. Одного забрали у меня. Я, в принципе, через 2 ходика уже выигрываю, поэтому не вижу смысла. Ну, ладно, пусть будет. Чё нет. Ну что? Игра подходит к концу. Последний ход. И все. Достижение.
получить достижение. Это первый раз я выигрываю с помощью экспансии. 104 хода. 104 ходика прошло. Ну, как я и говорил, обычно у меня так где-то и берет. Или я проигрываю в течение от 100 до 110 ходов. Обычно меня выигрывали AI с помощью магии. Не экспансии или чего-то, а всегда магия. Ну вот такая вот у меня вот игра получилась. Видите, вот моя империя. Я единственный остался. Обычно со мной кто-то делал союз хоть какой-то, а в этот раз как-то вообще получилось, что я один остался. Предыдущая игра, которую я играл, со мной хотя бы один сделал союз. И в конце игры вот он и я остался, так как мы союзники. Ну вот можно посмотреть, как кто развивался. Фиолетовый, блин, как-то странно он развивался. Видимо, делал вассалов много. Видите, он оп, оп, захватил там одного, убил этого игрока зелененького, темно-зеленого. Забрал его замок. Видите, как он его уничтожил, в принципе. А зелененький уничтожал этого нижнего игрока. Да. Ну, а я там своих подпирал. Ну, чё, мне понравилась игра. Кто-то мне там писал, что это довольно-таки скучная игра. Ну вот я вообще не соглашусь с этим. Игра офигеть как интересная. Тут офигеть сколько тактик можно применять. Скрещать некоторые магические свойства, вместе их части выучить. Например, природу, часть еще чего-то. Найти какие-то очень серьезные комбинации можно. В общем, не знаю, по мне в эту игру можно еще много поиграть, много, потому что интересно, и сделать разные, как я говорил, комбинации, разную тактику применить. Также открываются новые карты с повышением моего пантеона. Я 15 уровень вот сейчас. И видите, третья карта еще открылась, какая-то интересная. Тоже можно зайти посмотреть, что она из себя представляет. Ну, так как это уже запись идет на проигранную игру уже, наигранную, там эта карта великанов. Карта великанов, и она интересная. Там мобики практически все великаны. Прикольно, там происходят разные вещи на карте. Она разделена водой. Там с водой немного есть. В общем, интересно. Я уже заходил, интересовался. Еще мне есть открыть 4 карты дополнительные. Также разные достижения можно еще открыть. И разные скиллы, вот как видите. Прикольные вещи есть. В общем, в игру можно поиграть. И довольно-таки немало. Так что совсем не соглашусь с теми комментариями, которые мне писали, что игра неинтересна. Совсем не согласен. Ладненько, ребят, я думаю, что на этом все. И спасибо за просмотр. И тот, кто меня поддерживает, поддерживает мой канал. Надеюсь, это было интересно. Может, кому-то поучительно. И пишите в комментариях, может, что-то вы знаете, а чего я не знаю. Или есть какие-то вопросы у вас, пишите, может, я могу ответить. Ладненько, всем спасибо и пока-пока. До встречи.